Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Дорога будущего. Все последние новости о реконструкции Московского шоссе. Гнилое яблоко. На самарской таможне задержали контрафактные запчасти для айфонов. Тепла можно не ждать. Сегодня покров, а значит, по народным приметам, осень уступает место зиме. Половина тоннеля на развязке Московское шоссе и проспекта Кирова готова. Строительство идет по графику и не останавливается даже ночью. После реконструкции в целом Московское шоссе будет не узнать. Оно станет шире, появятся велодорожки, полосы для общественного транспорта и две многоуровневые развязки. Наша съемочная группа побывала на стройплощадке, где пообщалась с подрядчиком. Павел Баймаков продолжит. Развязка на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова преображается буквально на глазах. Именно отсюда до Ракетского шоссе протянутся 9 километров новой дороги. Это три полосы в каждую сторону, плюс дороги-дублеры с полосой движения для общественного транспорта, велодорожки и тротуары. На данный момент работы на объекте в общем выполнены на 50%. Сейчас основные усилия рабочих направлены на строительство южной рампы, которая состоит из 9 секций. 7 из них уже залиты бетоном, остается 2. Самый большой и самый сложный участок – так южную рампу называют строители. Все здесь по узлам разбито. КНС-ка – отдельный узел. И она, согласно проекту, является с тоннелем одним целым. То есть, если мы на каждую секцию перекрытия тоннеля расходуем где-то 1200 кубов бетона на нижнюю часть, 1200 на верхнюю часть, то здесь будет на нижнюю часть 1400, она больше по размеру. Ежедневно здесь работают порядка 350 человек. В строительстве применяют только современные технологии. Работа ведется на новом оборудовании. В будущем эта современная двухуровневая развязка сможет пропускать 50 тысяч машин в сутки. Все работы строители обещают закончить в срок до конца 2017 года. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Почти 20 миллионов рублей. В такую сумму оценили ущерб, нанесенный компанией Apple. На границе с Казахстаном самарские таможники задержали партию контрафактных устройств. Это наушники, компьютерные мыши и защитные стекла. Всего почти 9 тысяч изделий, маркированных известным товарным знаком. Их везли в один из крупных московских торговых центров. Каких-либо документов, подтверждающих право использования данного товарного знака, у перевозчика не оказалось. Кроме того, в компании производители подтвердили подобный партию. Товары не выпускали. Товар был изъят. В ходе дальнейшего контроля было установлено, что правообладателю был нанесен ущерб порядка 19 миллионов рублей. Данное деяние в соответствии с законодательством Российской Федерации подпадает под уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данному факту материалы переданы органы внутренних дел. Столб черного дыма был виден сегодня над Самарой за много километров. Причина – загоревшийся автомобиль. Вспыхнула и взорвалась ВАЗовская десятка. В это время владелец машины находился в салоне авто, ремонтировал прогнивший пол. Мужчина чудом остался жив, успел выпрыгнуть в последний момент. Получил ожоги руки и ног. Справиться огнем пострадавший пытался сам, заливал водой. Потом на помощь подоспели рабочие из соседней стройки, забрасывали полыхающий автомобиль песком. Ликвидировать пламя удалось пожарным, которые приехали уже через 5 минут. Возгорание произошло в гаражном массиве. Пострадал еще один автомобиль, который тоже находился на ремонте. Я отпиливал старое днище, чтобы заменить его на новое, приварить. Ну, я сам ремонтом занимаюсь, решил себе сам машину сделать. И получилось так, что она вспыхнула, и под днищем загорание произошло, я не успел. Я пытался залить водой, потушить, ничего у меня не получилось. Осень уступает место зиме, и тепла уже можно не ждать. Сегодня отмечают Покров-день. С приходом этой даты в деревнях начинали готовиться к холодам и прекращали все полевые работы. По-своему этот праздник отмечают и христианские верующие. В Самаре богослужение прошло в Покровском соборе. Репортаж Алины Чемерис.
Своих прихожан Покровский собор встречает лесами. В храме проходит масштабная реставрация. На престольный праздник Лидия идет с верной спутницей, иконой, которую полгода вышивала бисером. Теперь, говорит, рукотворная святыня будет стоять в доме и оберегать от бед. У меня, правда, Владимирская Божья Матерь. Ну, вот она, я вышла ее, но еще не осветила. Хочу еще осветить. Вот. Ну, с возвышенным настроением, с душевным восторгом и с благодатью Божией иду. Отдельный праздник, другой. Он не входит в число 12 основный, но в то же время он, ну, как бы очень важен. Все мы находимся под покровом Божьей Матери. Кто это чувствует, кто нет. Кто чувствует, тот приходит сюда. Кто не чувствует, тот дома остается. По легенде, в этот день, в X веке, в Константинопольском храме одному святому явилось видение, что Богородица распростерла покрывало над осажденным городом. С тех пор верующие отмечают этот праздник богослужениями. Молодые девушки молятся Божьей Матери о скором замужестве. Покров важен и для народной традиции. Крестьяне верили, если в этот день выпадет снег, зима будет холодной. Но в любом случае тепла уже можно не ждать. В последующие дни в Самаре столбики термометров не поднимутся выше 6 градусов. На Руси этот день означал встречу осени с зимой. Его название «Покров» связано с первым снегом, который покрывает землю от зимних холодов. В этот день на Руси начинали топить печки, заканчивали выгонять скот на пастбище, завершали все полевые работы. Также «Покров» был началом осеннего свадебного сезона. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События». Далее коротко о других темах дня. В Шигонском районе могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия тепла в домах. Там до сих пор не запущено 19 модульных котельных. Хотя к началу отопительного сезона все оборудование было готово, долгов нет. Как поясняют в Министерстве энергетики и ЖКХ, причина того, что их нерадивый владелец не торопится запускать котельные, кроется в его желании перепродать их по завышенной цене. В Шигонский район уже выезжала специальная комиссия с участием представителей отраслевого министерства, госжилинспекции и областной прокуратуры. По итогам ее работы будет приниматься решение о мерах реагирования на такое преступное бездействие собственника котельных. На улице Новосадовая вновь произошла крупная авария. В районе станции переливания крови на правый бок опрокинулся белый «Опель». Из-за случившегося образовалась большая пробка, пострадавших нет. В последнее время Новосадовая стала средоточением аварий. Похожий случай произошел на прошлой неделе. 6 октября возле торгового центра «Апельсин» после столкновения с «Кией» перевернулась и врезалась в столб «Гранта». А во вторник, 11 октября, в районе Постникова оврага из-за столкновения «Ауди» и «Рейндж-Ровера» пострадали еще 9 машин. В Самаре сотрудники ФСБ задержали члена транснациональной преступной группы. В автомобиле гражданина Таджикистана, временно проживающего в Тюменской области, найдено почти 2 килограмма героина. 23-летний мужчина специально приобрел машину для того, чтобы привезти наркотики в Самарскую область. Героин он получил в Москве. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В Самаре суд приговорил подростка, убившего отца, к принудительному лечению в психиатрическом диспансере. 15-летнего школьника признали невменяемым. Убийство произошло 13 марта в квартире в Кировском районе Самары. На месте происшествия было обнаружено тело 41-летнего мужчины с ножевым ранением. Также в больницу были доставлены 37-летняя супруга погибшего и их 13-летняя дочь. Сын убитого, 15-летний школьник, сознался в убийстве отца и нападении на мать и сестру и был задержан. Также сообщалось, что мальчик имел конфликт с отцом из-за плохих оценок. Это могло стать причиной убийства. От пристани в Рождественно украли дорогой катер. Полиция ведет доследственную проверку. С июля это уже как минимум 6-й случай хищения дорогих лодок. Последняя кража произошла 19 сентября. Как рассказали в полиции, такой вид преступлений становится популярным в связи с тем, что угнать катер проще, чем автомобиль. Самарские художники отправились на перегонки со временем. В выставочном зале Союза художников открылась выставка работ Полины Горецкой и Николая Лукашука. В экспозиции полсотни картин, выполненных в самых разных жанрах. На открытии выставки побывала Лариса Шалафаст. Уловить момент, запечатлеть всю красоту природы в определенный момент времени. В этом и есть мастерство художника, уверен Николай Лукашук. На выставке «Со временем на перегонки» представлено больше 30 его работ. В основном это пейзажи. Особенно художник выделяет картину, над которой работал этим летом во время поездки в Ульяновскую область. Был один момент, первый раз я за все свое творчество такой встретил. Просто такое яркое солнце после дождя выглянуло, осветило там горы, все это небо пасмурное, погодные условия, и освещение меняется, и приходится как можно в кратчайший срок выполнить.
Тему времени продолжают картины Полины Горецкой. Посетители встречает большой портрет Альберта Эйнштейна, ученого, разработавшего теорию относительности, которая дала новое представление о пространстве и времени. Картину на выставку Полина представила еще в сыром виде. Говорит, так своеобразно опередила время. Над картиной «Портрет Эйнштейна» я работала один день. Но, как говорят иногда художники, наготовилась всю жизнь. Вот, поэтому техническое, формальное воплощение – это еще не вся работа. Еще была работа предварительная. Много-много мыслей, много рассуждений и размышлений. Художник, он, имеющий опыт, мастерство, он шагает вперед. Не со временем, а даже вперед времени. Тот же Генри Мурзе, да, или Роден, или Микеланджело. Вот они настолько вперед шли в своем творчестве, что сейчас мастера не могут его достичь. Познакомиться с картинами самарцы могут до конца октября. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Правильное дыхание и размеренный темп. Именно так нужно выполнять физические упражнения людям пожилого возраста. В больнице Семашко провели сегодня День здоровья для ветеранов учреждения. В том, что лечебная физкультура полезна в любом возрасте, убедилась Марианна Мирная. Давление в норме, вес в порядке. Для поддержания здоровья рекомендованы посильные физические упражнения. В больницу имени Семашко на День здоровья для ветеранов рентгенолог на пенсии Раиса Монташова пришла за советом. Какие еще можно принять меры, чтобы укрепить здоровье? Для всех рук мышц. Для рук, для груди, для поясницы, для ног. Ходьба. Немножко пробежка небольшая. Вот. Так что абсолютно для всех. Совместно с Красным Крестом и Центром профилактики для врачей-ветеранов организовали День пожилого человека. Ведь часто именно докторам, которые привыкли лечить других, забывая о себе, нужно напомнить, что и к себе надо относиться внимательнее. Конечно, здесь играет большую роль внимание. Для сотрудников они понимают, что они не забыты, о них помнят. Это уже большой плюс, это уже в копилочку здоровья небольшая такая монетка. И плюс, конечно же, практические какие-то навыки, плюс подарки. Все это приятно каждому человеку. Экспресс-диагностика, гимнастика на свежем воздухе и консультация по интересующим вопросам. На таких встречах ветераны могут обсудить, как говорится, у кого что болит, и просто приятно провести время за общением друг с другом. Марианна Мирная, Константин Головин. События. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы сейчас готовят наши журналисты к следующим выпускам. Жители услышали, сквозной проезд между Пановой и Ярошевского отремонтирован. Талантливый изобретатель, талантлив во всем, от автодетали до машины для лепки пельменей. Наш корреспондент встретился с конструктором, у которого более десятка патентов. Вторая мировая глазами гения. На фестивале антивоенного кино показ фильма шведского режиссера Гунилы Брески «Я останавливаю время». На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся.